К тому же выборы дают возможность оплатить коммуналку без пени. Предприятия коммунального комплекса и энергетики республики проведут акцию. Граждане смогут получить талоны, дающие право оплатить коммунальные услуги без пени, придя на выборы. В Якутске, Нерюнге, Алдане, Ленске и Мирном талоны будут выдаваться в местах, где пройдет рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В акции примут участие ресурсоснабжающие организации республики, у которых можно уточнить условия и сроки проведения акции.